Художники из Алматы признаются, несмотря на то, что к работе на высоте они привыкли, страх все равно присутствует. Поэтому страховка – дело обязательное. Летом художники уже работали в Кустанае. Их руками на многоэтажках появились портреты Абая Кунанбаева и девушки-казашки. В этот раз художники уже нарисовали герб города, а сейчас работают над портретом Камшат Данинбаевой. Первый день, начальные два часа – это страх. Страшно привыкнуть, тем более это в городе Кустанае, мы, наверное, свой рекорд 10 этажей. Но до этого у нас было максимально 9 этажей, а сейчас 10. Вот. Ну там реально страшно, тем более здесь прохладно и ветерок такой, ну, ощущается. Конечно, приносит удовольствие, это интересно по-своему, когда ты заканчиваешь, ты преодолел свой страх, новый уровень. Новая работа. Работа граффитистов, хоть со стороны и выглядит простой, требует много времени, средств и энергии. К разрисовке художники подходят ответственно. Краски, отмечают они, используют специальные для граффити, которые не смываются и сильно не выгорают. Сперва, получается, контур обводим. Это ночью делается с проектора. А потом вот днем уже в цвете начинаем. Что нужно для того, чтобы быстро все-таки сделать работу? Не бояться. Не бояться нужно. И хорошая техника. Техника, то есть это вышка. Если все уверенно, то есть ты если уверен в кране, то есть то он не шатается там, все ровно. Ты будешь спокойно, со спокойной душой рисовать, очень быстро можно закончить. Как он мягко управляет, не мягко, резко там. Ну, водитель в данном случае у нас все хорошо, то есть и вышка очень хорошая. На счету у алматинских художников более 10 расписных фасадов домов в Актау, Актобе, Талгкургане, Астане. Такое художественное оформление многоэтажек, отмечают граффитисты, это не только красочное украшение города, но и простой язык искусства. В Кустанае художники должны разрисовать еще третий дом. Возможно, это будет портрет Ахмета Байтурсынова. Манарбек Асколов и Татьяна Калюжная, РТН.